О, бля, ментовские, бля. Когда на мою машину смотрите, а? Ой. Ой-ой-ой, у тебя машина взрывается сейчас. Да вы ее просто, блядь, бьете, вот зачем? А, да мы не хотели. Ты видел, что это вы? Да, я споткнулся, да, короче, упал немножко на нее. Ну давай за починку 5000. Ты че, ебать, аферист? Нахер ты машину, бля, ломаешь? Я говорю, я споткнулся, тут бордюр высокий ударил. Блин, не ругайся, пожалуйста. Дохни, старый, тупой. Блядь, че за агрессия? Давай я починю, сейчас, подожди. Ну извини. Блядь, прости. Я сейчас что-то починю, честно, подожди. Но она какая-то странная. Я тебя нахер убью. Не надо, пожалуйста. Я таксист. Иди я туда. А? Ты почини, блядь. А, чё? Ну машина, конечно, у тебя такси, говно какое-то, если честно. Сейчас, короче, разберусь, не ссы, сейчас починю. Давай с ней, давай с ней. Ой, блядь. Снимем. Прости. Прости, пожалуйста. Вы не знаете, где можно таксистом поработать? Можно я на ней повожу людей? Дай ключи. Работай, дорогая, машина работает. Спасибо, я, мы раба, да, работаем, мы вернем. Что, продаю машину, продаю машину. А чё это, никого сбить нельзя? Ай. А, он нас запер, говорит, чтобы мы не украли. Ты умеешь? А-а-а! Блять, что делать будем? Пойдем извинимся. Она там терескрит. Извинимся, ты говоришь? Да, а то что за хуйня? Извинимся, ты говоришь? Вот вперед, вперед, вот все, тормози. Вон она, все нормально с ней. Но она, короче, такая резвая была. Я не ожидал, она как поперла, и мы улетели нечаянно. Я за вами ехал, как вы убили мою машину, блядь. Агент ФБР, иди, блядь, свою ФБРшную, нахуй, здание. Ты, блядь, здесь тоже, знаешь, вес имеет, ты ебанутый. Слышь, блядь, ты, у тебя прав, нахуй, никаких. Пошел нахуй отсюда, блядь, законы читай. Ты сейчас, блядь, нахуй отвалишься. Сейчас мой хуй тебе на губы отвалится, пес. У тебя нахуй нет, у тебя хуя, блядь, уже отвалился давно. Ебал, закрыл. Ну тогда высунь его изо рта и отдай назад. Ушел нахуй. Ты видел, блядь, гендер свой? Уёбище ебаное, блядь. У тебя гендер уёбище ебаное, все правильно. Продак, слышь, смотри, я тебе сейчас башку прострелю. Иди в танки играй, дядя. Папа, пойдем в танки. Пойдем. Все, мы с папой в танки. Пошли нахуй, неудачники. Медики! Кто стрелял? Кто-то стрелял или мне показалось? Это Димка стрелял. Вот этот? Димка, ебать, пес. Я видел, что ты только что бомжом был. Где ты, блядь, взял вещи снайпера, нахуй, спецназовца? Так, куда вы все забежали, я не понял. Че вы отсюда пошли? Давай пошел сюда. Слышь, полицейский, че за участком никто не следит? Бегают здесь всякие школьники в масках, балаклавах. Знаю. Тут вот стой и не впускай никого, сейчас мы разберемся. Окей. Все, молодец. Так, что за негр у нас тут? Пошел. Негр, пошел нахуй. Негр, сейчас садишься в тюрьму, вышел с участка. Я, блядь, ты сейчас рисуешь мне пустак. Сейчас считаю до трех. Раз, если не выйдешь отсюда. Покинь, сука, здание, мразь! Не понял, бля. Жиза, блядь, вообще нихуя не понимаю. Что происходит, блядь? Не, я не понял конкретную хуйню вот эту. Что ты хочешь понять? Че? Значит, собственно говоря, я бы вот так. Так, мистер, вы, по-моему, обгашенные. Может, посидите немножко в обезьяннике? Я тут посижу, можно? Нет, давай тогда вот тут за дверью посиди. Всё, тут... Я опущенный, по сути. Не-не, ты просто в отходосах. А вот, тут зэка избивают? О, можно я тоже, блин? Менты лохи. Ай, блин, ты не видишь, пожалуйста. Бля, это прям ГПЗ такое чисто. Россия! Россия, Россия! Алло, хочу служить! О, ребята, к вам надо, блядь, ворота, да, взломать, чтобы вы открыли? Написано, охраняется. Чё ты не на работе? Где ты бегаешь все время? Как бы я строю обезьянник. А у вас тут много обезьян служит? Роль один видит только военные. Чего военные? Я и обезьянные. Военные. Кто такие военные? Это ты. Так мы военные. Ты как бы рядовой, что главный решил, то ты, вот ты, блядь, ты военный. Да. Что прошло, мафия?
Так, я увольняю. Вы траву красите или говно собираете? Воруйте, все, воруйте. Быстрее, воруем. Все военные в строй. Почему? А почему не ты генерал? Почему не ты генерал? Да, ты же охуенный солдат. У него есть деньги, блядь, нет. Деньги? Все, деньги решают? Он дал деньги и стал генерал. Ты коррупционер, что ли? Давай, ну, как-то, может, народная масса, и мы тебя выдвинем в генералы. Да, мне кажется, давай ты станешь генералом, братан. Ты классный будешь генерал. Давай убьем генерала вот этого, и ты станешь на место него. Давай, его убить. Ну ты вот смотри, у тебя калашник, ты ему в грудь стреляй. Да, ну ты у нас просто видишь пистолетом, наверное, хуй. Если что, мы скажем, что, короче, все на нашей ответственности. Старшина, ты не против, чтобы твой коллега Оксу стал главнокомандующим здесь? Ну можно. Генерал, можно вас на пару слов? Генерал, они там против тебя хотят бунт устроить и тебя сместить, короче. Там Окса, говорит, сейчас в грудь будет тебе с калаша стрелять. Да, надо пулемет взять у тебя и раз... Стрелять их всех нахер. Откройте всех в строй. Сталин. Военный рядовой, в строй. Берем бы генерала в плен. Не будьте рабами. Бунт. Ого, блядь, труп. Тот, кто его застрелил, убежал сюда. Сеньор. Сеньор, вы тут? Сеньор. Привет, сеньор. Вам помочь? Не быстро отсюда. Говори нормально. Не кричи на меня, я паникую. Ладно, ладно. Давай по факту базарить. Мы тебя полечили? Да, блин. Выгоняешь тогда. Ребята, а чё вам за это платят? Блядь, ты говорил, не стопьте, аутисты. Аутисты? Я врач, могу помочь кому, кто аутист. Люди. Сука, иди нахуй со твоей машиной ебаной. А сука, ты охуел, я вот, блядь. Да ты же звонил нахуй, блядь. Провозишь, блядь, пидор нахуй. Контузия, контузия. Чух-чух-чух. Сгачного ключами. Урама, ты лучший спецназовец, которого я только видел. Молодец. Спасибо. Он видишь, что тут написано все равно. Надпись хорошая. Мэр, каково это, что тебе знать, что ты гондон? Мэр, там написано, что ты гондон. Что вы меня поймали, за что? Там надпись, повернитесь, почитайте. Да. Я подумал, ты его позвал. Мэр, смотри, ну ты же не гондон. Да, да. Мэр гондон, госы, шлюхи, граффити. Зашел Моргана. Мэр, распакуй меня, пожалуйста, по-братски. Сейчас я тебя развязываю. О, деньги. Да, я уже 2 косаря заработал. Что тебе надо? Это мани, которую я из банка переношу в банк. Чё, алло, блядь? Парень, уйди, полицейский. Все, полицейский, сюда кладите. Можете все покинуть данное помещение. Идет застройка. Покиньте помещение, иначе я буду стрелять и могу забанить. Я как бы френ-админ, пожалуйста, покиньте помещение. Фу, ну ты, конечно, понтовщик. Ну и понты у тебя. Ты, наверное, этот, блядь, староста в классе, нахуй. Пошел нахуй! Что, вот так вот плавили? Тебе, блядь, понял? Нихуя. Нехуй вот это понты тут бросать. Пацаны, берите деньги. Я ничего плохого вам не сделал, я просто сижу. Надо воровать, блядь, я тебе сейчас наебенец, сука, похуй. Ты тоже будешь воровать у меня? Блин, я тоже украл, что делать? Что я вам плохого сделал? Что я вам сделал? Ну, я сейчас разрулю, погодите, дай ему пиццу подарю. Спасибо. Слушал пиццу, вот нормально. 100 рублей забрал у тебя. На пиццу как раз. Хватит, блядь, трогать маленький, я тебе сейчас, сука. Вот этот человек дает деньги. Пизды тут дают нахуй всем, кто заходит, блядь, долбоёбы. Ого, это что было? Да бери. Там отходите, открывайте чемоданчик и выбирайте. Замаскироваться. О. Вы замаскировались, белый медведь. Мы где-то с тобой виделись. Ой, ебать, что там творится, блядь? Ебать, красиво ушел. У меня есть еще вот эта штучка сейчас. Красить. Да, можно взять? Да, бери. Это слишком много, нам только мэра убить. Ну, в смысле... Что у вас тут, ребят, творится? Можно нам пройти? Спасибо. Пройдете, товарищ офицер ФБР. Чего вы тут творите, я не понимаю. Так, я открыл одно окно, Макс. Смотри, давай ты будешь стоять тут. Я пойду на крышу, ты откроешь окно. Давай. Ты открой проверить и закрой. Да? Братан, нет, это свет. Это ты закрыл, Макс, весь дом. Да? Да ладно, нахуй. Да. Вот, тут есть другое окно. Вот, да, вот сюда замани мэра, подзови его к себе. А как его сюда замани? Блядь, меня убили! Вон мэр, блядь! Давай, Артём, мэр! Вот он, внизу! Где? Это вон! Вот он, под нами прям! Вижу. Поднеси. Спасибо всем за просмотр. Если хотите больше Гаррис Мода, прожимайте палец вверх, а если...
Ты где? Причина автобан, блядь. А, забанили на 10 минут. Типа АВП профессия паркурист. И что? Ну типа паркуристы не имеют права стрелять. Да чё за херня? Ну в смысле, ты же под прикрытием, блядь. Или это не да, он не умер, да, от этого? Да, просто палил вверх. Спасибо всем за просмотр. Если хотите больше Гарри Смода, прожимайте палец вверх. А если вы не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь. Ссылка на Трумана, группу в ВК и суперудобного бота, который оповещает о выходе роликов в личку ВКонтакте, находится в описании. До встречки, до встречечки.